Готовы? Да! Мир состоит из тысяч маленьких и больших открытий. Сибирское здоровье. Мир открыт. Здравствуйте, Батимат. Здравствуйте. Ну, расскажи, как ты пришла в компанию «Сибирское здоровье»? Ну, расскажи. В компании я 3 месяца. Угу. Моя мама подписана в компании. Мы вместе с мамой читали все журналы, бизнес-журналы, каталоги, смотрели видео. Угу. И мне понравилось. А что тебе больше всего понравилось? Какой фильм? А мне из всех фильмов больше всего понравился «10 преимуществ компании». Угу. Там же там Юрий Петрович Кичин. Угу. Профессор медицинских наук, академик, рассказывает про эти препараты, угу. Говорит, что они содержат, как их делают. Потому что все эти препараты на целебных травах и на сибирском прополисте. С Алтая, Тыва, Байкал. Угу. Они все из Сибири. На целебных травах и на сибирском прополисте. Без химии. Угу. Не как аптечные препараты. Угу. Они не лекарства, их называют специально БАД, потому что биологическая добавка к пище. Угу, угу. Первый месяц я в компании сделала 760 баллов, это групповое. Угу. А лично? А лично я сделала первый месяц 200 баллов. И на какую ты сумму купила продукт? 6000. 6000 рублей, ага. Дальше. А что такое групповой оборот? Групповой оборот – это то, что мы делаем вместе с командой. То, что ага. Моя команда делает. Угу. Она идет ко мне процент. Угу, понятно. Во второй месяц я сделала 1800 баллов. Угу. Это общее тоже. Угу. Я первый, то есть во втором месяце сделала это общее, а угу. Самоличное я сделала 200-300 угу. баллов. Угу. Вам просто хватает 200-300 баллов сделать для себя, если у вас есть команда. Угу. В одиночку вы не сможете работать. Угу. И ваша команда будет делать... Вам проценты давать делать баллы. Uh-huh. И вы так будете новые ступени переходить. Uh-huh. Третий месяц я сделала 3985 баллов общих. С командой? Да. А лично я сделала 318 баллов. Uh-huh. Uh-huh. И так вот теперь я в прошлом месяце сделала 5-го консультанта. Uh-huh. И сейчас я хочу перейти на ведущего. Консультанта, да? Да. Uh-huh. Дальше. Ну что, как ты себя видишь в компании «Сибирское здоровье»? В компании «Сибирское здоровье» себя вижу чудесно. Угу. Мне кажется, что это такой чудесный, яркий мир. Угу. Угу. Просто человек своему человеку, знакомому, родственнику говорит, показывает все наши препараты. То, что вот такая вот у нас компания, а ведь они дают здоровье. Угу, угу. Я вижу себя потрясающе в этой компании. Ну, в течение скольких лет ты собираешься стать международным лидером? Наверное, с 18, наверное. Да. Мне хочется прямо сейчас уже стать. Да, 10 лет еще впереди. Ты правильно цель поставила себе. Я по 17 лет уже стану международным лидером. Да, я даже не сомневаюсь. Мы поезжаем, например, до Сент-Туки, и там бывают презентации, дают люди. И я думаю, вот мы обязательно должны туда поехать. Угу. Там дают специально блокнот и ручку. Мы то, что они говорят, мы это все ловим и пишем. Угу. И потом, когда нас спросят, ведь это лидеры, они уже все рассказывают, что они достигли чего-то. Угу. И как достигли золотого национального лидера. Угу. И когда вас спросит ваш клиент-консультант, вот что мне надо сделать, достигнуть, вы сразу ответите, у вас сразу будет ответ. А ты была на каких событиях за эти 3 месяца? За эти 3 месяца я была в Макачкале, здесь тоже было у нас событие, и Сент-Туки тоже у нас было. Да, форум национального лидера. Форум золотого национального лидера. Тоже я на Новосибирск поеду 23-24 марта. Угу. И в апреле в Астрахани я буду выступать. Угу. Самое главное, мне хочется на Новосибирск поехать. Да? Это мечта как будто. Очень хорошо, очень хорошо. А ты что желаешь консультантам сибирского здоровья? Консультантам сибирского здоровья я желаю счастья, успехов в сибирском здоровье. А самое главное, чтобы у меня было сибирское здоровье. Ой, молодечка. Спасибо, Патюлечка, тебе.
состоит из тысяч маленьких и больших открытий. Сибирское здоровье. Мир